Розик не имел детства, не имел юности. У него друзей не было. Своей игрой он с первых же минут подкупал советского зрителя. Я очень горжусь в душе тем, что как бы я его открыл для нашего большого кино. За ширмой киноэкрана ему приходилось скрывать глубокие переживания. Розик был беспредельно грустен, молчалив, не похож на того Розика, которого все знают, радостного, солнечного. Рядом с талантливым артистом шла личная драма, которая не давала покоя. Я понимал, что что-то творится очень ужасно в его душе. Фрунзик Мкртычян. История одиночества. В воскресенье на ТВ Рус.